Дорогие товарищи, здравствуйте! Сегодня, кажется, 2 июля 2022 года. Я нахожусь в селе Раковка Переславского района Херсонской области, который я очень-очень сильно люблю, ребята. Поверьте мне на слово, никогда не предавал и не предам, потому что это родина. Это наша, моя родина. Ну, кто местный, то знает. Я нахожусь на дамбе, которая возле свинарника, бывшего свинарника. Вон там был колес свинарник, который приказал долго жить. Сережа с авто пасе корову вот. Хорошая, тихо, спокойно. Ну, понятно, ребята, не все тихо, не все спокойно. Ну, вы понимаете, прекрасно. Иде война, и коровы мычать. Вон вдали наша Раковка любимая. А вот тут впереди бывший ставок, ребята. Який тут ставок був? Тут глубина була страшная. Тут риби було море. Все висохло, все накрилося медним тазом, ребята. Ну, що зробиш? Рошення не стало. Підпитки не було. І все, все накрилося. Якщо б ви знали, скільки здесь синуля зняв птичок різних. Це ужас. А сколько зайцев тут, лисичек снято было, фазанов, куропаток. Но время ухода потихонечку. И только что зайчиками заметно, сынуля говорит, он пап, дивися, зайчик побег. Ну, коровы спугнули. О, ребяточки, як хочется, чтобы настав мир. Чтобы мы проснулись завтра утром и нам объявили, що війна закінчена. Все, ребяточки, будьте здорові. Извините, кому що не так. Всім я вам не угожу. Кому-то хочеться, щоб я тут сказав, що тут руки і ноги валяються, хати побомблені. Хто-то хоче почути, що тут тихо і спокійно, слава тебе, Господи. Хоча не все спокійно, не все тихо. Но, як говориться, терпімо. Будьте здорові. До встречи.